Добрый день! Сегодня 7 ноября 2019 года. Мы продолжаем показывать ролики на съем в городе Хариши, квартиры, которые мы сдаем. Сейчас мы с вами посмотрим пятикомнатную квартиру в хорошем месте. Квартира шикарная. Также есть это очень красивый вид. Квартира номер 8. Кто занимается нумерологией, знает, что очень хорошее число. Давайте мы сейчас зайдем с вами и посмотрим эту квартиру. Квартира, в каждой комнате есть это кондиционер отдельно в этой квартире. Значит, вот мы зашли вот в такой большой салон. Квартира, опять же, идет с балконом, бетахоном, с личной стоянкой, и есть Максан. На минус один. Максан большой. Это кладовая комната. Значит, она 10 квадратных метров. То есть очень большая. Большая кладовая комната. Вот мы с вами видим кухню. Это кухня небольшая, но уютненькая. То есть есть ящики внизу и наверху. Как вы видите, есть место под холодильник. Есть место под посудомоечную машину. Под печку. Вот, а тут место под плиту. Под плиту. Значит, еще что тут очень, что мне очень понравилось. Тут очень большой балкон. Вот такой большой балкон и красивый вид. Опять же, квартира пятикомнатная. В каждой комнате стоит вот кондиционер. Вот вы видите, еще одна комната детская, скажем так. Это комната для родителей с большим балконом. Ой, большим окном, точнее, и с выходом на балкон. Это у нас туалет и душ. Видите, хороший душ стоит. Также есть ящик с умывальником. Также есть домофон. Опять же, в каждой квартире у нас стоит проводка и для телевизора, и для интернета. То есть в каждой комнате все это есть, вот вы видите. Опять же, кондиционер. Еще одна комната, также большая. Это комната безопасности. Ванная комната. Покажу. Вот это ванная комната. Свет видно, выключен свет. Ну, видно, что есть туалет. И место под стиральную машину, и тут это будет все открыто, и тут будет еще технический балкон такой открытый. Все это откроется, пока это так. Значит, стоимость квартиры я пока не говорю, потому что у нас стало это, цена стала немножко ниже. И многие говорят, что у вас на роликов одна цена, сейчас у вас другая цена. Типа того, что у вас цены были выше, а вот сейчас вы говорите ниже. В связи с тем, что город растет, развивается, то цены на съем у нас стали немножко дешевле. Не намного, но дешевле. Из-за этого, если вам интересна цена, звоните, и я вам отвечу на все вопросы. И также по поводу школ и вообще всего, всей инфраструктуры. Также хотел сказать, что вот тут рядом находится каньон, который в марте месяце будет построен. То есть квартира находится при въезде города Хариши, но в тихом месте. Опять же, рядом тут у нас есть школа, детский сад, прямо недалеко от квартиры. И приезжайте, мы вас ждем. Наша компания Кохаус, наш телефон 05353 26563.
Добро пожаловать в город Хариш. До свидания.